Всем доброе утро, и как видите, мы не дома. С утра пораньше, мы уже выехали не только в торговый центр. Мы сначала позавтракали, потом здесь рядом был торговый центр. Муж говорит, в этом торговом центре меня не было лет 10. И решили тоже забежать сюда. Купила Женьке подарок, кружку с Dunkin' Donuts. Хотим сейчас подняться на 7-й этаж, там детская одежда продается. И на Юнке присмотреть какое-нибудь новогоднее платьице. Кстати, муж мой не оставил свою племянницу без подарка. Купил ей вот такую вот куртку с Пау. Она уже в обновке идет. Говорит, вон та голубая не красивее, чем эта. Мне нравится вот этот красивый бежевый. Красивая такая кофточка. Для сестры присмотрел. Белая. Она говорит, мы когда с лифта выходили, ей она понравилась. Ой, по. И по. Красивая такая, тепленькая кофточка. Все с подарками к Новому году. Ты в окно та. Чипин. Чинипин. Да не чинипин, а сейчас ка. Чтобы не на чинипин, а сейчас гость посо. Чинипин. Иппуда. Ай, кол, бока? Мамитро? Мамитро. 120 Купили на Юне такое платье с тини пин. Цены тут вообще просто офигенные. Таульма. Все, ты счастлива теперь. Зашли еще в такой милый магазинчик выбрать на Юне и Джуну костюмы лыжные, потому что мы собрались уезжать на лыжи. И Джун орет, ни в какую не хочет мерить. А не, куня не был. Какой паджи мунджо? Говорит, как одеть этот костюм на ней лыжи. Так, ручки. Маме дыро? Ну-ка, встань, покажи маме. Красиво. В общем, в итоге купили такие вот костюмчики лыжные, лыжники на Юне и Джуну. О, да, камсамнида. Да, камсамнида. Да, да. Подарок нам еще дали носки. Предлагают на Юне взять сатан. Такие милые вообще, да, на деток. Я вообще просто в шоке. Какое все красивое. На Юнке мы вот такую желтую купили с кроликом. Миношки я тоже выбрала. Мы уже собрались уходить. Я вспомнила про миношку, говорю, давайте миношки тоже купим. Вот этот прям тепленький такой костюмчик в садик. Я и Джуну такой взяла, только бежевый. И мино возьмем такой, только синий. Сегодня к нам еще и приезжают гости. Даша, Женя, Оля. Даша еще, кстати, не знаю, возможно, не приедет, потому что она сейчас работает, и завтра мы у нее Новый год будем отмечать. Потому что сегодня, друзья, уже 30 декабря, представляете? Вот, завтра Новый год. Всех с наступающим.
И она сегодня работает, может быть, устанет, говорит, поэтому она не приедет, но мы все равно завтра к ней поедем. Счастливый папа с коробками Тинни Пин идет домой. С чем-то розовым в пакетах. Сейчас уже к нам наши гости приедут, да? Ты что такая красивая? Аньо-сеньо! Ты вообще прям красотка. Ты что, на Новый год собралась? Капец, ты чё там понакупила, блин, а? Мать, я! Какая красивая. Wednesday what? Wednesday what? Ну пойдем, тетя тебя оденет. Пойдем, я тете дам, а тетя тебя оденет. Пошли, тетя. Wednesday what? Иго? Пануна, кого? И мой почки. Распаковка от тети. Это шо? Ты блинчики приготовил? А, тетя, смотри, вкусняшку приготовила. Ставь в холодильник, Олечка. Там место найдешь? Куда-нибудь, да. Куда-нибудь. Может быть, что-нибудь сместить? Ждешь, что там тетя подарит? Давай ценник, мама, выкини. Так, это. Ценник, давай, мама, выкини. Спасибо! А я тебе. Дорогой подарочек для дорогой Олечки. Чтобы ты в следующем году была еще дороже у нас. Подписчикам что там? Ну там не сумка, конечно, потому что на сумку я еще не заработала. Но может быть в следующем году. Это что, это обман какой-то, да? Да, это просто коробка. И там чай. У меня просто муж залез раньше времени. Красота. Ну, красота. Ты, конечно, догадываешься. Ну-ка, узелки, узелки. Так. Так. О-о-о! Красиво так упаковывают, да? Вообще, да. Диор тоже красивый. Шанель. Будешь пахнуть Шанель. В новом году будешь пахнуть Шанель. Что у нас от Олечки? Письмо. Давайте вместе вслух прочитаем. Вот Оля, она всегда заморачивается с подарками. У меня еще с прошлого года ее новогоднее письмо есть. Кстати, давай с прошлого года почитаем еще. Так, что она пишет. Мои Катюшки, желаю тебе в этом году много путешествовать, чтобы детишки не болели, деньги. Ты умеешь зарабатывать, но денег много не бывает. Люблю тебя всем сердцем и душой твоя. Оля, спасибо. Всегда вкусно кушать. Гелендваген розовый и дома моря. Спасибо, Зая. Спасибо, Зая. Блин, это так мило, девочка. Буду все твои письма хранить. Это с прошлого года. Дорогая моя Катюшка, с наступающим праздником, Новым годом и Рождеством. Пусть Новый год принесет только счастья, тепла, любви в твой дом, чтобы все были здоровы. Ну, а я всегда буду рядом. Люблю и целую, твоя Оля. На Юнин подарок. Это Эджунчик. Он в комнате там. Эджун! Ему тебе подарок принесла. Подарок принесла, на. Ну что, подарок будешь открывать? Сурму, сурму, иди на. Привет, мой красавчик. Это игрушки делать, да? Красота. Йоруба. Апа, Йоруба. Апа, Йоруба. Иго. Апа, иго то Йоруба. Коги оси. А, Йоруба.
Красота какая. Ой. Да и Джунчику. Красивый. Сначала детская. Да, вот это вообще тепленький. В садик он будет одевать. Вообще классный. Спасибо, Олечка. Так, ну у меня вообще тут... Ой, ну собаку. Слушай, а что собака такая мощная? Цепью, да? Спасибо, Зая. Очень красивая. Очень красивая. А Женьки такая же? Только серая? Просто все черное, как бы. Я думала, это серая. Женя к нам приехала. Самый главный вопрос. Палочки взяла? Немножко привет. Но я проверила. Так. Сейчас поедешь за остальными. Тани, твои руки мани сосо. Смотри, у них капал куртки. Мы в прошлый раз на шопинге были. Красивые? Женька, мощные. Ой, она накрутилась. А, это свой же волос. Потому что там уже миножку раздевает. Муж у меня здесь готовит для детей рис с курицей. Сейчас сделает красиво. Упаковка, распаковка. Тоже это тоже вещи? Я твой покатай твой. Давай так вот. Ты посмотри на Юну. Ей тоже вещи. Венсдей недовольна. Иджун, а это твое, на, Иджун. Тетя тебе тоже купила? Я же тебе тоже и купила. Нет, тетя Женя. Тебе открывай. Тетя тоже Жене даст. О, это что такое? Открывай, Мила. Это не машинка? Открывай, Мила. Что там такое? Открывай. Это что? Станишки? Там кофточка. Это хулиган. А это хулиган? Это хулиган. Убил. И Джунчику. Ой, Джун, спасибо. Он не понимает. На Юне подарок. Спасибо, скажи, Мино. Мило, спасибо сказал вам, народ. Чу-чу. Ой-ой-ой, это русалка. Вау. Покажи русалку. Вот это да. Джун, тебе же нравятся куньоны, да? Машину в рот засунул. Женю, кстати, тоже можете поздравить с обновкой. У нее новый айфон. Китайский, Жень? Скажи честно, китайский? Вьетнамский. Распаковку мою-то делай. Жене подарок. Жене тоже перепало. Жене перепало. Губа. Что тебе Оля пожелала в Новый год? Ой, она там еще наклеила для визуала, для визуализации. Она хочет с тобой опять на аттракционы съездить. Помнишь наши аттракционы на Наю на день рождения? Чани там старается вообще. Ювелирная работа. Откройте. Сделала блинчики на миндальном молоке. Вообще супер вкусно. Если честно, я сегодня ночью тоже я кремела. Можно еще табаско туда. Слушай, я ночью проснулась в 2 часа ночи и один съела. Да? Я тебе говорю, что вкусный был. Закрытыми глазами причем. Очень вкусно. Женя, для меня... Маслины? Да. Ты раньше не понимала? Вообще не, я не могла. И черные, в смысле, такие клевые. Да? Тебе нравится? Я тоже люблю их. Ну, сейчас говорю, как было... Эти какие-то с томатами или что? Угу. Может, поэтому они мне нравятся, но с томатами. Я специально для вас взяла, чтобы у вас более табаско такая... Чтобы вы погрузились. Табаско бы мне открыли специально для меня. Ну, в русский Новый год, вот у нас блины и на столе. Хотя на Новый год, наверное, блины никто не готовит. Ну, у нас, как бы, знаешь, интернациональный Новый год.
какие-то вон завертоны там. Ну, такое вот готовят, да, на новогодний стол? Мне кажется, что дети лежат на столе, они есть точно не будут. Точно. Ну, они заказали же себе чамчи. Венсдей. Кого вы сделали? Ига всем решила раздать новогодние сладости. Тебе открыть? Да. Иди, папа тебе откроет. Должно быть нормально. Мы сейчас играли в игру «Подарки по именам». Оля, ты что Жене подарила? Я подарила Жене желе, железную банку улиток. Железную банку улиток, носки, железную кружку. Кружка прикольная. Мои любимые улитки. Мне Женя вон что подарила. Камни, Катя, камни, потом конфеты. На что, алкоголь, да? Да. Алкоголь, туалет, адвент, аппликация, адвент. А унитаз на какую букву? Туалет. Было? Туалет. А унитаз на какую букву? А я что на это подарила, что это было? Короче, у нас были подарки по именам. А тебе что подарили? А я что на это подарила? Тетрадь. У меня вон, смотрите, вон, у меня чисто. Оля, блин, пей газировку, чтобы харя была шире. И яблоко гнилое. Добрая Катя. Я подготовилась. Лапшу, чтобы дома вкусно пахло. Хотела пошутить, но лучше не стоит. А у тебя самое маленькое количество подарков. Хочешь, с тобой алкоголем поделюсь? Да, потом в дорожку все равно дашь. Хочешь забрать обратно? Нет, это вкусно очень. Говорят, ты сама то есть не пробовала, да? Мы же ели такое с Дашей. Я знаю, именно поэтому я и пытаюсь. Вкусные. На самом деле, говорят, очень вкусные. Ладно, Чани очень любит их. Гандени или как они называются? Гольпени. Я боюсь такое. А ты, у тебя тоже гнилое яблоко, кстати? Слушайте, как хорошо. Смотри. Да, почистишь, хорошо все будет. Ничего хуже. С гнильцой. А это потому что даритель из гнильца. Какой даритель, такие яблоки. Да. Спасибо большое. Спасибо. На брата в холодильник положу. Можете не забирать. Кружка с желе вообще ван лав. Да, мне вот, знаешь, что это вот? Ты вот. Желе любишь? А что вы этот подарок взяла? Я люблю иногда. Ну, вино их тоже люблю. Я же вам по два покупала, да, нормально. Я бы еще больше купила, вот если бы Катя мне не сказала. Да, конечно, заморочились. Да, я думала, мы долго играть будем. Я Женя сказала вообще вон одному. Какие камни нашла. Они... Женя просто знает, что я камни люблю. Да, грызть. Камни погрызть. И выпить его. И выпить пиво. Мое любимое, кстати. И закусить камнями. Дать этому купила вальвианги такие. С водкой. Да, я чувствую себя лошарой. Извиняюсь, девочки. Я человек занятой. Ёршик, кстати, ты и обратно одна. Нет, кстати, вопрос к ёршику. Да это мы прикололись. Она говорит, ёршик прикольный. Я говорю, у меня как раз есть. Говорю, один раз только пользовалась. Да, я говорю, я хотела, говорю, ну, Женя, вчера Брайса купить либо ёлку, либо ёршик. Ну, думаешь, сука, этот ёршик. А ничего то, что это разные буквы? Нет, в смысле, ну, это ничего так. Ну, я поняла, что взаимозаменяемые. И Катя рассказывала, что у меня ёршик есть. Это ёршик и Джуна, он с ним бегал. Ты думаешь, я его отдаст или нет? Это я ёршик и Джуна. Забираешь, в смысле? Забираешь яблоки? Да нет, конечно. Яблоки в холодильник. Чен, сухие, хочешь покушать? Нет, да. Ты дорогу возьмешь? На закуску. Да. Что я закусываю там? Ну, может, пиво будешь пить. Закусишь. Тебе не нравятся такие? Ну, я люблю. Ну, кушай вот или что? Ну, я просто за тебя переживаю. А что ты не переживаешь? Я что, уезжаю уже, что ли? Мы еще не, ну, мало ли, ты же любишь дороги, блин. Да я в дороге вообще не кроме, если меня подсказывают. А ты еще записываешь. Съемка. Какого-то супер рецепта. Вот под конец, ребята, под конец. Оля вам заснимет. Че, все? А что-то чамчик нам долго идет. Дети там орут просто невероятно. У меня уже голова болит. Не от бомбея, а от крика. Это вообще невероятное что-то. Нам кажется, нужно пойти выносить мусор и уйти в Изакаю случайно. Просто за 5 минут сделал ресторанное блюдо. Я, короче, с мужем Катей чувствую, что я точно, в смысле, ТикТок, в смысле. Опа! Олина мама звонит. Поздравим ее с Новым годом.
Там уже пришла нам чамчи. А это мне вообще всегда, ну, всегда на корейском. Даже с моей мамой всегда на корейском здоровается. Вы, кстати, с мужем вообще в капл одевались с ним, да? Да, я одинаково? Красиво. Криков! Криков, оров. Что-то невероятное. Ой, о, дети же со, и со соури, ой. Пойдем со соури. Муж приготовил такую вкусноту. Это улитки, улитки с огурцами, с морковкой в остром соусе и куксу. И здесь у нас еще чамчи. Очень дорогая рыба. Ну, можем себе позволить, потому что у нас была зарплата. И уже не была зарплата. Всегда, когда молодые пьют алкоголь напротив старших, они должны отворачиваться. Первые две стопки он сейчас отвернется. Всегда? А мне казалось, что когда уже там ни первая, ни вторая, он уже не отворачивается. Нет, когда он пьет, он просто... Корейский стол. Они? Корейский стол. И наш русский стол. Два несчастных блина, роллы, немножко колбасы. И вот капсалют. Нет, главное у нас типа по минимуму просто, да, ну. На закуску. Мы как будто у барчика стоим. А эти тут пасину заказали. Я говорю, ты в какой стол садишься? Твой вон там. Девчонки забрали немножко продуктов от НЛ. Ну как немножко? Панакота. Патчи, шейкеры, коктейльчики. Оля, кстати, похудела на программе. Как немножко? Немножко забрали. Женька тоже похудела у нас. Все похудели. Все худеют, кроме меня. Поэтому я раздаю, как от чистого сердца. Женя листает наш свадебный альбом. Ну, красота невероятная. Отфотошоплены все. Ну что, друзья, вот так вот прошло наше 30 декабря. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Всех поздравляю вас с Новым годом. Пусть в новом году все ваши желания и мечты обязательно сбудутся. Самое главное – здоровье и денег побольше. Ну и увидимся с вами в следующих интересных влогах. Всем спасибо и всем пока-пока!